У нас есть секретное оружие. Ух ты, Хэнк улетел! Ребята, всем привет, с вами Машины Машинки в игре Том Аквапарк, 52 уровень. Этот уровень очень сложный. Смотрите, здесь есть вентилятор и две такие трубки, через которые мы можем пропускать наших персонажиков. И они с одного конца бассейна оказываются в другом. Очень сложный уровень. Здесь прям, смотрите, этот вентилятор не дает всем друзьям собраться вместе. Ой, мы стараемся. Что происходит? Мы убрали Лена, остался только Хэнк. Осторожно, разделился. Все никак не получается. Теперь 4 Хэнка. Давайте, Хэнки, собирайтесь в кучу, скорее пройдем этот уровень. И плик! У нас получилось! Мы на следующем уровне получили заветный ключик, и мы на 53 уровне. Вау, замечательно! Смотрите, ребята, какие у нас смешные джинджеры тут. Сейчас возьмем и съедим перчик. Вот это скорость! Ой, что-то я обо все постукался и ничего не получилось. А у Тома на голове арбуз. Ребята, кто знает, напишите в комментариях, зачем Том одел на голову арбузик. О, а у Анжелы какая красивая шляпка. Так, Джинджер, давай соберись. Что ж ты никак не можешь собраться? Отлично, давай, Анжела, дело за тобой. И мы прошли. Нет, почти прошли. Прошли этот бассейн. О, второй бассейн начался. Ух ты, здесь бассейн разделен на две части. А еще, здесь два круга мешают нам ездить. Как же нам с ними справиться? Давай, Том, мы за тебя болеем. Ребята, поддержите нашего котика Тома. Он все никак собраться никак не может. Напишите в комментариях: Том, побеждай! И напишите: Анжела, побеждай! Сейчас ура! Мы убрали Анжелу с этого бассейна, остался только Том. Опа, и еще один ход. А, нет, даже одним ходом мы победили. Еще один ключик. Вау, мы можем тут что-нибудь построить. Давай, Том, строитель, строй. И что же мы будем... Мы будем строить новую горку. Смотрите, какая она крутая. Скорее бы на ней покататься. Вау, праздничный салют! А это значит, что мы открыли новую зону аквапарка! Смотрите, сколько там всего разрушенного! О, у нас новый герой будет, пират Хэнк! Скорее нужно здесь все застроить! И купаться, и кататься на горках! Посмотрим, что же у нас за уровень. Тут два бассейна. Опа, мы расправились с одной Анжелой. Смотрите, сколько здесь джинджеров. Они такие оранжевенькие, миленькие. И опа, мы еще одного джинджера убрали. Можно убрать отсюда Хэнка и Тома, да? Так, теперь Анжела. Остался последний джинджер. Давай. И мы сейчас перелетим в следующий бассейн. Отличная посадка. Смотрите, здесь 4 вентилятора. Нужно быть очень-очень аккуратными, чтобы в них не врезаться и не попасть. Опасно. Это самый сложный уровень. Эти вентиляторы нам не дадут собраться никак. Одного джинджера мы спасли, а другой под вентилятор попал. Как же здесь быть? Вообще очень сложно. Джинджер, осторожнее. Ну что ж ты наделал? Неуклюжий непоседа. Ого-го, мы не думали, что это будет так сложно. Мы убираем одного Тома, а получается еще один. Давайте попробуем что-нибудь сделать с Джинджером. Их всего 2 осталось в бассейне. Отлично, Джинджеров мы всех собрали. Осталось Бена, нужно точное попадание, снайперский выстрел. Ой-ой-ой-ой, теперь у нас 3 Бена и 3 Тома. Что же нам делать? Ой-ой-ой. Теперь у нас 2 Бена, и мы сейчас что-нибудь придумаем, обязательно все получится. Да, с Беном расправились, а остался только Том. Ой, опять мы его разрезали. Одного убрали, другого разрезали. Нам нужно подальше держаться вентиляторов.
Томы все никак не хотят собираться в кучу. Эти вентиляторы нам всю погоду портят. Теперь их 104 Тома. Если мы и дальше так будем продолжаться, то у нас будет просто Томомания. Смотрите, их опять 4. Ребята, подскажите нам в комментариях, как можно быстрее пройти этот уровень. Смотрите, у нас 3 Тома. Ну, хоть уменьшилось количество Томов. Ага, мы взяли единорога и... Нет, он нам чуть-чуть только помог. Но, может, сейчас получится, ребята? Нет, 4 Тома! Что же делать? Беда, беда, беда! Опять 4 Тома, куда ж нам их девать? Ой, теперь 3 Тома. Да, что же это такое? Давайте, Томики, соберитесь в кучу. Ну, давай, давай, давай. Вот так, отлично. Осторожно, осторожно. И... Мы прошли! Уф, хоть был и сложный уровень, но мы его прошли. Мы получили ключик и ничего не можем построить. Ну хорошо, давайте поиграем, еще один уровень пройдем. И тогда обязательно что-нибудь построим. 55-й ледяной бассейн. Так, на нашем 55-м уровне у нас наши друзья тут заморожены. Нам нужно скорее их спасать. Вот так Бена мы освободили и Хэнка мы собрали. Отлично, идем! Ух ты! У нас осталась только ледяная Анжела. Сейчас в бассейне 3 Анжелы. И у нас 3 хода. Но я думаю, мы с этим справимся. Все будет замечательно. Давай, давай, Анжела. Отлично. Ой, как мы быстро этот уровень прошли и получили золотой ключик. Чтобы нам построить. Ой, а мы пошли дальше, оказывается. И сразу 3 бассейна нам дали. Так, здесь вентилятор посредине и немножко сложно, но мы постараемся справиться, ребята. А вы ставьте нам лайки, чтобы нам было легче справиться. Да-да-да, ребята, ваши лайки говорят о том, что мы хорошо играем, и вам нравится то, как мы проходим и собираем всех друзей Тома. И сейчас мы полетим в следующий бассейн. Ю-ху! Ура! Мы во втором бассейне, а их у нас на этом уровне целых 3 бассейна. Вот во втором бассейне много-много джинджеров и много-много бенов. Ой, а что там за кнопка странная в углу стоит? О, смотрите, эта кнопка останавливает наши вот эти шлагбаумы, которые мешают нам тут вот. Всякие тут ползают, катаются туда-сюда, не дают наших друзей собирать в кучу. Так хорошо получилось выстрелить Бена, но остался в бассейне только Джинджер. Ой, как же так? Нам нужно добраться Джинджера, добраться до другого Джинджера. Они так далеко расположены. Ой, чуть-чуть не хватило сил, чуть-чуть не получилось. Еще раз, ура! Джинджер полетел в новый бассейн. А здесь все еще сложнее. Здесь вот такие вот мешающие звездочки. И вон еще островок посреди бассейна. Как же нам всех друзей-то собрать? Так. Ну-ка давай, Том, мы болеем за тебя. Ой, а что это у Тома на голове, ребята? Вы можете понять? Это похоже на цветочек или на какие-то водяные лилии. Непонятно немножко. Ой, мы убрали с бассейна Джинджера, и это хорошая новость. Остался Хэнк и Том. Том какой-то сегодня рассеянный немного, никак собраться не может. Отлично, одним выстрелом 3 Томов собрали. У-ху! Мы прошли этот уровень, ребята. А вы в нас верили? Мы-то получили золотой ключик и можем построить что-нибудь такое классное. Хэнк тут решил своим чудо-пылесосом все пропылесосить. Убрал всю паутину. У нас новый персонаж. Давайте возьмем Анжелу в такой интересной шляпочке. Тебе не больно, Анжела? Она прям с неба упала. А мы продолжаем играть на 57-м уровне. О, все наши друзья заморожены. Давай, Бен, размораживай их скорее. Половину разморозил. Молодец, Бен. Ой, у Бена на голове что-то странное. Это же гриб-мухомор. Он... Нельзя его кушать.
кушать, но Пен решил нарядиться в этот мухомор. А мы почти прошли этот уровень, ребята! Вау, какая скорость! Мы научились быстро проходить эти уровни. Мы можем тут построить. Анжела, помогай нам. Ух ты, как все приближается. Становится очень-очень красивым. И у нас новый персонаж. Смотрите, какой смешной Бен. С такой кепкой, где два напитка по бокам. Класс! Кто хочет такую кепку, ставь лайк. Вот я хочу. Много-много лимонада можно пить. 58 уровень. И он опять с этими вентиляторами, которые могут разделить наших персонажиков. Вау! Нас поздравили в игре за такой крутой ход. Спасибо, спасибо, ребята. Мы стараемся. Терпеть не могу эти дурацкие вентиляторы. Постоянно не мешают. Все никак друзей собрать в кучу не можешь. Вот смотрите, как нам теперь к Анжеле добраться. О, почти получилось. Давай, давай, Бен. Ой, Хэнк, я тебя не узнал. С этим цветочком вокруг. Я аж подумал, что это Бен. Он причудливые шляпы обычно носит. Да, у него такое бывает. А мы попали во второй бассейн. Здесь у нас, вроде не сложно, но вот мешают вот эти вот квадратные штучки, которые не дают пройти. Ух ты, мы одним ударом 4 персонажей убрали, а нам нужно отправить Хэнка с одного конца бассейна в другой. Ой, чуть-чуть не хватило, но мы зато лапнули Хэнка. Теперь осталось Джинджер и Том. А Том только что спал, я все видел. Он лежал там и храпел, глазки закрыв. Кто заметил, ставь лайк. Ух ты, мы прошли этот уровень, ребята. Пока мы тут с вами заболтались, уровень-то прошли. 59 уровень. Ой, прикольно. Здесь есть розовые и оранжевые трубки, как прям в аквапарке. И сквозь них можно проходить нашим персонажикам. Какой странный двойной бассейн. Ну такие красивые трубы. Кто обожает трубы в аквапарке, обязательно расскажите, почему вы их так любите и на скольких таких трубах вы катались. Ой, смотрите, у нас тут 3 Анжелы и 3 Джинджера. Джинджер в одном бассейне и в другом. Одним выстрелом. Здорово получилось. Классно, одним ходом прошли. Так, ребята, у нас 60 уровень. Ух ты, это очень большая цифра. Мы прямо такие молодцы. Столько много уже прошли, но еще впереди много всего интересного. Смотрите, какой у нас необычный бассейн. Прям как буква X английская. Такой забавный. Ну-ка, давай, Анжела, мы болеем за тебя. Ой, а как нам теперь собраться-то? Все ребята как-то в куче странно стоят. О, сейчас Джинджер пуляет. И Анжела, и мы полетим во второй бассейн. Ю-ху-ху! Ой, а здесь этот вентилятор, который всегда-всегда нам мешает. Нужно быть немножечко внимательнее и аккуратнее, потому что он разрезает персонажиков на 2 части. Так, давайте подумаем, кем же нам лучше пойти. Ой, да Хэнка немножко не достали. Но, может быть, так, давайте еще раз Хэнком. Вау, как он классно с одной части в другую прошел. Ребята, а кто заметил, что у нас очень необычный Том? Военный Том, смотрите, какая у него крутая камуфляжная каска на голове. Интересно очень. О, смотрите, сейчас мы запустим наши ракетки. Сколько ребят улетело? Кто заметил, сколько штук улетело? Ребята, у нас остался только Том в этой военной каске. И мы прошли этот уровень. Ю-ху-ху! Ура! У нас 3 ключика. Чтобы построить, Анжела, помоги нам выбрать. Ух ты, смотрите. Что это за такая кафешка необычная в виде корабля с пушками? Вот это да! Какой крутой у нас! Мы построили эту пиратскую кошку и продолжаем играть дальше. Нам еще много всего нужно отстроить, поэтому проходим еще один сложный уровень. Как? Опять сложный уровень с вентиляторами. Целых 2 вентилятора надоели, они уж неудобные очень. Я люблю вентиляторы.
ребята, а вам тоже не нравятся вентиляторы? Вы тоже их не любите? Тогда ставьте лайк. У нас тут Бен в шапочке, такой прикольный, похожий на... На что же она похожа? Я думаю, это малина. Ой, не малина, как же эта штука такая красная с белыми пятнышками. Все забываю, как называется. Клубничка, это клубничка. Мы хотим достать до Анжелы. Опа, у нас получилось. Здорово. Кто это видел, ставь лайк. И Бен, ой, то есть Хэнк, полетел во второй бассейн. Хэнка не всегда узнаешь, что он в очках, то он без очков. Обычно у нас Бен наряжает, и уже глаза путаются, язык заплетается. Столько они все разноцветные, всегда меняются, одеваются. Смотрите, у нас тут наши персонажики замороженные в кубиках льда. Нужно их быстрее размораживать, чтобы они окончательно не замерзли. Какой у нас странный, точнее необычный бассейн. Кого-то мне этот бассейн напоминает. Такого маленького, пушистого и желтенького. Это же удочка. Кря-кря-кря. У нас остался Джинджер. Мы почти с ним справились. Опа. Его разморозили и прошли на следующий уровень. Вау, ребята. У нас уже 62-й уровень. Посмотрим, сильно сложный, нет? Как вы думаете? Я думаю, мы запустим ракетки. Хотя давайте, смотрите. Ху-ху! Все Хэнки улетели. Их было очень-очень много. И быстро мы с ними так распрощались. Здорово получилось, правда? Смотрите, мы в трубу пустили Тома, и он у нас лопнул. Остался только Джинджер. Ну давай, Джинджер, покажи, на что ты способен. Опа! Отлично! Как мы быстро прошли этот уровень и получили еще один золотой ключик. Сейчас еще один соберем. О, мы можем что-то построить на два ключа, нам говорит Хэнк. Хэнк, смотрите, всю грязь убрал с нашей площадки. И скоро новый аквапарк будет для нас готов. Новый персонаж – это такой дом-летчик. У него даже за спиной там есть самолетик. А мы на 63-м уровне. Здесь целых 3 бассейна у нас. Вот это да! Целых 3 бассейна – это очень сложно. Так, ребята, давайте соберемся всеми силами и поскорее пройдем этот бассейн. Нет, целых 3 бассейна. И тогда мы получим ключик и построим новый аквапарк. Вау, Джинджер не только себя лопнул тут, как мыльный пузырь, но еще и Анжелу. И нам нужно Тома отправить к Тому. Но ближе всего Бен. Ой, выскользнул. Ну что же они все столпились в одном у нас углу? Как в бильярд. Точно, эта игра немножко похожа на бильярд, да, ребята? Кто тоже заметил, ставьте лайки и напишите в комментарии, на что похожи наши шарики-персонажики. Так, у нас остался только Джинджер и Бен. Ну что ж ты, Джинджер, мазила, давай, Бен, покажи как надо. Видел, Джинджер, как нужно? Отлично, мы перелетаем во второй бассейн. Ух ты, это всего только второй бассейн. Но мы сейчас попробуем одним ударом. И Хэнка, и Анжелу. Ничего себе, как мы умеем иногда. Прикольно. А теперь остались только Джинджер в виде цветочка. Маленький такой подсолнышек. Вау, все, нету Джинджера. И Анжела. Давай, Анжела, сейчас мы полетим в третий бассейн. Какой он холодный. Холодно здесь. Ледышки везде тут крутятся. Здесь у нас есть перчик. Тут 2 перчика. Вау. Анжела, молодец. Давайте еще один перчик разобьем. Ух ты. Классно. У нас осталось только Анжела. Ой, как же к ней пробраться тут. Мы прошли. Ура. Мы получили ключик. И мы теперь на 64-м уровне. Представляете? Целый 64-й. Ух ты! Сколько здесь тут ходячих этих штучек, которые нам мешают. Ух, как они мешают. Они Джинджера двигают. Ой, осторожнее, Джинджер. Так, давайте попробуем что-нибудь с Томом сделать. Здесь нужно
наша ножика. Вот оно, наше время. Да, мы лопнули Анжелу, Джинджера. Ой, можно было постараться. И вот, нет. А как? Вот, точно. Успели. Теперь остался только Хэнк и Бен. Нужно выждать правильное время, ребята. Ой, немножко мы поторопились. Нужно было еще ждать. Вот оно. Да, точно. Остался только Бен. Нужно... Чуть-чуть промахнулись, но еще один вот и все. Ребята, ставьте лайки. Кто был с нами, лайк.